И еще одно резонансное происшествие. Накануне около 4 часов вечера в полицию поступило сообщение, что в больницу с ножевым ранением доставлен 29-летний мужчина. Стражам порядка он объяснил, что работает в службе такси. Прибыл на вызов, кооператив «Победит». В машину сели двое подвыпивших мужчин и попросили отвезти в город. В районе улицы Киртбая они напали на водителя, избили его, ударили ножом в шею и на его автомобиле скрылись с места происшествия. Подозреваемых в итоге задержали сотрудники отдельного батальона ДПС Югры в Нефтеюганском районе.